Всем привет! Катя, скажи привет! 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 Помаши ручкой! Привет! Вчера у нас был день рождения, была мега веселая тусовка, нам надарили кучу подарков, и сейчас мы будем их распаковывать. Нам подарили зайчиков Сильванин, теперь зайчиков стало очень много, а жить им негде. Они не помещаются в нашем маленьком домике. И теперь у них огромный дом, который подсвечивается огоньками. Вот. Подарили нам набор Лола в чемодан. Подарили нам набор Лола в чемодан. Подарили нам набор Лола в чемодан. Подарили нам косочку. Вот, это Лол подружки, видимо, называется. И сейчас мы распакуем шарик Лол конфетти. Давай сделаем. Давай я делаю. Давай, давай так. Открывай. Слой номер один. Да, это. О, в первом слое наклейка. Сядь, Кать. Кать, в первом слое наклейка. Катя, куда мы ее приклеили? Вот, я уже могу. Куда наклейку приклеишь? Нет. Куда? Может, на чемодан? Давай на чемодан. И на чемодане появилась наклейка. Да? Красиво? Отлично. Все открывайте. Открыла, Кай? Так. Давай, открывай. Там еще, давай. Вот. Давай, давай. Дай я помогу чуть-чуть. Мама поможет. Тут еще слой появился. Это супер многослойный шар, который можно распаковывать полдня. Та-дам. И здесь еще одна наклейка. Со смайликами. Давай, давай тоже чемодан будем украшать. Будет у нас модный чемодан, как раз в цвет, в принципе. Ты продолжай, я буду украшать твой новый чемодан. А ты распакуешь. А я вклею чемодан. А я чемодан открою. А я запакую. А я заклею чемодан. Открывай, давай, открывай. Вот такой апгрейд у нашего чемодана. Так, тут инструкция, что нам делать? Ну, сейчас Катя у нас отобрала инструкцию, поэтому сейчас конфетти, видимо, высыпется на нас. Давай, Кать, открывай! Как, мы тебе дадим на всякий случай инструкцию? А то мы женщины не понимаем. Наклейка, еще одна. О, а здесь апгрейд дивана делаем. Крути. И в каждой штуке по подарку. Открывай. Что ты? Там какой-то шнурочек должен быть. Его надо потянуть. Ну, мы пока не дурачим с шнурочкой. У нас попалось больше. Смотрим. Что там? Паильник. Я нашла шнурочек. Ага, как добраться до шнурочка? Катя, вот она. Попадайте. Тяни его. Резко тяни, давай. Раз, два, три. Ш, сильнее, сильнее, сильнее. Тяни, тяни, тяни. У-у-у! Ух ты. Так. А где же игрушка, Кать? В общем, упаковщики. Слушай, Катя, тебе фукс
афроамериканка досталась. Смотри, загорелая девочка, подружка. Продолжаем. Кать, там еще один шнурочек, наверное. Маленький. А ты с подружкой познакомься. Смотри, как раз у нас в чемодане подружка такая. Ну, немножко из разных серий, но они очень похожи. Вместе они отлично смотрятся. Так, Кать, следующее. Тут какой-то аксессуар маленький. Какие очаровательные, смотри, ботиночки малышки. Сейчас мы ее принарядим. Одевай, обувай. Обувай малышечку. Обувай малышечку. Давай. Давай. Покажи. Покажи сюда поближе, Кать. Кать, вот. Крути, крути, крути. Что дальше распаковывать будем? Эту? Вот так. Мы немножко варварски распаковываем этот шапками. Это платье. О, тематики Хэллоуин, кстати. Ну, недавно был. Ой, как смотри, как очаровательно. Даже примерочка для маленькой такой. Платье, Кать. На, одевай. Какое платьишко красивое. Шапочка. Платьишко это. Нет, у нее шапочки, это пучок. Ну, знаете, каждому свое. Ну, каждый считает, что с таким принтом шапку надо. Платье, Кать. Кать, смотри, попочка. Попочка. Папочку мы сейчас прикроем малютки. Он до чего прикольно их одевает. Мне кажется, производителям лоб нужно еще отдельную серию. Ой, ботинок упал. Ой! Смотри, попалась, какая еще стикер вот в этом промежуточном слое. Смотри, с котичкой. А давай мы котичку как браслет малышки сделаем. Давай. Смотри. А, котичка, это татуировка водная. Пап, неси нам воды. Мочи. Делай маме татуху. Ну, девочки тоже татуху, а маме? Намочи мне вот здесь. Что там нарисовано? Смотри, татуировка, это котик? Красиво? А, нет, это татуировка. 2 недели, да, она должна продержаться. Не получится. Покажи своих подружек. Вот наша девочка. Вот это наша девочка. И, значит, из Lost Sisters у нас... Мамочка, давай ей баночку обокрой. Баночка. У нас у Кати всегда проблемы с носками. Как у всех, всегда теряются пары от носок. И сейчас появилась новая такая новогодняя фишка – носки в баночке. Носки свежие, не протухшие, не испорченные. Та-дам! А это носки. Доставай. Кать, носки свежие? Понюхай, ничем не пахнут? С мишками. И розовые. Значит, носки, сохраняющие свою свежесть в банке, нам достались. Примерим? Покажи носки, Кать. Та-дам! Что мы будем делать? Поиграем в игру. Как это? Эспандер для подкачки. Ух! Носки эспандер. Но самый большой наш подарок, который нам надо собрать. Даже не одноэтажный. Нам еще надо будет подсветку ему включить. Еще мама. Катюш,
Итак, значит, наши зайчики, которых нам подарили, целое семейство. Вот, нам подарили семейство зайцев. И они сейчас ждут своего заселения в этот прекрасный новый домик. Замечательные зайцы. Кать, тебе нравятся зайчики? Так, посмотрим, что у нас должно получиться. Двухэтажный дом с пристройкой. Я думаю, сюда еще отлично подойдет наш домик кролика Мэри, и мы объединим их в большое двухэтажное здание. Как ты считаешь, пап? Да. Давай, Кать. Кать, беги быстрее, смотри, что в коробке. Что-то интересное. Ух ты, смотри, что здесь. Тут очаровательные предметы мебели. Лестница. Так, иди, сажай заек всех, рассаживай. Расставляем мебель. Папа, дай мне, дай. Сейчас я заглушу, ставлю. Ух ты, какой у нас дом получился, Катя. Большой домик? Давай, Тай. Давай, расставляй зайчиков. Тай. Это там лестница будет, там лестница, Тай, Кать. Давай, давай. Давай, кухня теперь будет на первом этаже, столовая на втором. Как ты считаешь? Давай. Теперь в твоем домике будет жить много зайчиков, да? Зайчик. Большой дом. Тихо. Тихо пошел. Тихо. Это зайчики все спят, да? Ух ты, у них машины припаркованы здесь. Пойти в садик. Ты играешь, Кать? А куда они поехали, Кать? В магазин? Нет. Шопинг? Шопиться поехали? Мать, смотри.